Здравствуйте, меня зовут Олеса, Олеса Качер. Я белоруска, родилась и выросла в Минске, но приехала поступать в ВГИК, с тех пор живу и работаю в Москве. Я выпускница Александра Сергеевича Ленькова. В моей фильмографии есть проекты не только российские, но и зарубежные. Это ближние и дальние зарубежья, Беларусь, Украина, Иран и Азербайджан. Очень горжусь моими проектами в Иране и Азербайджане. Они с успехом прошли в своих странах и объездили весь мир на кинофестивалях. И даже я их представляла с огромной радостью и с гордостью на нашем родном Московском международном кинофестивале. В России я очень горжусь проектом «12 месяцев». Это мой первый полнометражный фильм, комедийная работа, играю такую девчонку «Сорвиголова». А серьезный проект, который я могу выделить, это также фестивальный фильм, который называется «Соврёшь, умрёшь». Там у меня сложная драматическая роль. Также я играю в театре «Антреприз» и гастролирую с несколькими антрепризами по всей России, по всему миру. И несмотря на то, что в моей фильмографии есть проекты, которыми можно гордиться, о которых можно мечтать, и которым я благодарна за опыт и за эмоции, за это счастье, я все равно уверена, что все самое интересное ждет меня впереди. Спасибо за внимание.